Я в своих роликах очень часто говорю о том, что в нашей жизни нет ничего невозможного, и что каждый из нас сам творец своего счастья. Добиться можно всего, чего угодно. Пределов, наверное, нету. Я в жизни видел миллионы примеров, когда люди ставили себе цель, приходили к этой цели и добивались того, чего совсем недавно казалось им абсолютно недостижимым. В конце мая этого года я поставил себе цель похудеть на 15 килограмм, а также бросить курить. На эту цель я отвел себе год, но вот прошло всего 2,5 месяца, и цели почти реализованы. На данный момент я сбросил уже 11 килограмм веса. И вот буквально 9 дней назад, или 8 дней назад, 8 дней назад я приступил ко второй своей цели, к достижению второй цели, бросить курить, и уже 8 дней я не курю. Какие еще цели были достигнуты? В начале года, когда все крутили у виска и кричали, что это невозможно, я за неделю или за полторы нашел инвестора, с которым мы открыли бизнес. Совсем недавно я убедил, наконец-то, своего хорошего знакомого, можно сказать, друга Бориса Пятницу, реализовать свою идею, свою мечту. Несколько лет он к ней шел. Мечта его была побывать в Крыму. Не просто побывать, а поехать туда без денег, вот так вот автостопом. И он эту цель реализовал. Он съездил в Крым, попутешествовал по нему и вернулся. И знаете, после вот этого всего я подумал, а почему бы нам не создать такую рубрику? Назовем мы ее «Я все могу». В этой рубрике я буду каждые там две недели, может быть, чаще, в зависимости от реализации этих идей, и смотря какие будут задачи, мы будем ставить задачу, к которой будем идти. Но не так, как я вот до этого момента все это показывал, а показывать я буду это в каждом своем влоге, подробно, четко, что я сделал за день, как я к этому шел, какие шаги предпринимал. В общем, все, всю инструкцию. Сразу говорю, что, естественно, я прекрасно понимаю, что все 100% идей реализовать не получится. Естественно, будут какие-то провалы. Тем интереснее и вам, и мне. Поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте подписаться для того, чтобы ничего не пропустить. И сегодня я хочу озвучить свою первую цель. Абсолютно спонтанно она родилась. Поспорил я там с одним комментатором на канале Саши Шапика, это известный украинский видеоблогер, и речь зашла о рекламе на канале. Вы знаете, уже я многократно говорил, что я собираюсь закупать рекламы у известных видеоблогеров для того, чтобы продвинуть свой канал. И тут меня зацепила такая фраза, что все за деньги. Кто-то мне там написал, что канал там пропиарить очень дорого, что продюсирование стоит 500 тысяч. Да, действительно стоит, я считаю, что оно этих денег здесь реально стоит, но я убежден, что отсутствие денег – это вовсе не повод опускать руки, сдаваться. Почему? Потому что я верю в себя, я верю в людей. И Сашу Шапика конкретно я смотрю очень давно, уже год, наверное, полтора. И вот в чем моя цель состоит вот на ближайшее время. Ну, цель номер один на сегодняшний день. Я хочу доказать вам, доказать себе, что не все решают деньги. И что возможно получить рекламу от такого известного канала, как Саша Шапик, бесплатно. Я не знаком с Шапиком. Я ни разу с ним даже не переписывался. Я просто смотрю его канал. Но я убежден, что если есть цель, то вполне можно достучаться до человека, убедить его в том, чтобы он пошел на уступки и добиться вот такого вот исключения. Не знаю, поверите в это или нет, я лично в это верю. И с этого момента я начинаю идти к этой цели. Итак, наша цель звучит так: добиться от популярного, известного, одного из самых интересных в русскоязычном YouTube видеоблогов, видеоблоги-миллионники практически, 800 там с лишним тысяч подписчиков сейчас у Шапика, того, чтобы он заметил канал, на котором всего 9 тысяч человек, и чтобы он бесплатно, это самое важное, бесплатно согласился прорекламировать мой канал. Канал Ян Ларос основной. Итак, цель поставлена, задача ясна, будем к ней двигаться, а вы в комментариях к видео, конкретно к этому видео, придумывайте новые цели.
Не стесняйтесь, придумывайте самые безбашенные, самые труднодостижимые, там, я не знаю, заработать за месяц там, 10 тысяч долларов, встретиться с президентом Беларуси. Я не знаю, придумайте, включите фантазию. Естественно, весь шлак, все там дерьмо мы будем оттуда удалять, потому что все взрослые люди, держите себя в руках и всяких гадостей писать не стоит. Нормальные задачи будем рассматривать, будем выносить их на голосование в группу и будем пытаться их реализовать. Я очень хочу доказать вам на собственном примере, что нет ничего невозможного. Я вам это докажу. Всем пока.